В этом видео мы расскажем про серию Bellroy Venture, которая в полном объеме доступна в нашем магазине. Если вы смотрите нас впервые, обязательно подписывайтесь на канал и не пропускайте интересный и полезный контент. Bellroy Venture Sling объемом 6 литров – самая компактная сумка серии. Sling адаптируется под объем и размеры содержимого, то есть при минимальном количестве вещей он не будет раздут просто так, а останется тонким и изящным. Выполнен Sling, как и другие товары Bellroy из этой серии, с прочной, водостойкой и переработанной ткани, а гарантия на все товары 3 года. Внутри Sling несколько карманов для разных мелочей, а также мягкий слот для очков. Переднее отделение Sling дополнено сетчатыми карманами для мелких и часто используемых предметов, а также карабином для ключей. В основной отсек легко поместится бутылка с водой или легкая ветровка. Venture Sling объемом 9 литров, модель побольше, если вещей, необходимых по ходу дня, всегда много. Или если вы хотите носить с собой 11-дюймовый iPad или Nintendo Switch, места хватит. Venture Sling Camera Edition. Sling, как можно догадаться из названия, ориентированы на фотографов. Внутреннее пространство регулируется перегородками-разделителями, чтобы камеры, объективы и другие аксессуары всегда были на своих местах. Отсек также дополнен карманом на молнии с мини-слотами для карт памяти, аккумуляторов и другой мелочевки. От стандартной модели Sling остался внешний карман для смартфона, документов и других часто используемых в течение дня вещей. В нижней части появились крепления для строп, можно подвесить штатив, например. А на лямке появилась мягкая подкладка и пряжка Quick Slide для регулирования ремня одной рукой. Sling рассчитан на один фотоаппарат с дополнительной линзой среднего размера или на компактный дрон с пультом управления и аксессуарами. Venture Hip Pack объемом 1,5 литра – компактная сумка, которая всегда будет под рукой. Ее удобно носить как на поясе, так и через плечо. Передний карман разделен на две части для организации, а в основном отделении есть мягкий карман для смартфона, сетчатый карман для очков и основное пространство. На ремешке надежная магнитная застежка, чтобы сумку можно было быстро снять или застегнуть. Venture Pouch – такая же сумка, но без ремешка. Аналогичные материалы и отсеки, но другой use case. Будет классным органайзером для гаджетов или повседневных вещей, которые можно просто бросить в рюкзак или зацепить на ремень каким-нибудь карабином. Петли для этого присутствуют. Venture Ready Sling объемом 2,5 литра, сумка наоборот чуть больше, карманы и организация аналогичная, но с одним дополнением – скрытый отсек на спинке, закрывающийся на молнию. Сюда прекрасно помещаются документы или кошелек, которые хочется спрятать от посторонних глаз. В отличие от 1,5-литровой версии, сумка сама адаптируется под размеры содержимого, расширяясь и сжимаясь. Вещей мало, все компактно, нужно спрятать что-то объемное, пожалуйста. К слову, серия сумок Venture стала самой продаваемой у Bellroy в 2023 году, а лидером стала 9-литровая версия. Venture Ready Pack объемом 26 литров – это модель для любителей активного отдыха. Верхний карман рюкзака – это своеобразный органайзер для предметов первой необходимости, а боковые подойдут для бутылок с водой или штатива, например. В основном пространстве несколько сетчатых карманов для мелких предметов, слот для 16-дюймового ноутбука с мягкой тканью и отсек для документов. Спинка и лямки мягкие, удобные, а основной материал, из которого изготовлен рюкзак, прочный, водостойкий, как и все молнии. Venture Duffel – 40-литровая сумка для путешествий, спорта или поездок на природу, когда вещей довольно много. Молния основного отделения расположена по всей длине, что обеспечивает широкий доступ к внутреннему пространству. Внутри, как и снаружи, несколько карманов на молнии для мелких предметов. Сумку можно носить в руке, а с помощью комплектного ремня – на плече или через плечо. На обоих концах сумки есть ручки, чтобы ее можно было ухватить и быстро достать, например, с багажной полки в самолете или поезде. Еще одно интересное дополнение – съемный мешок для грязной одежды или обуви. Часто необходим аксессуар в спортивном зале или при продолжительной поездке. Не забывайте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться на канал. А также переходите к нам в социальные сети, там тоже много всего интересного. До скорых встреч!